Теперь я хочу немножко рассказать о канале Малахау Про. Вы знаете, ну, возможно, мои машинки там не к месту на этом канале. Он и был задуман для того, чтобы рассказывать о здоровом образе жизни. Ну вот, когда я видел видео, в котором люди просто-напросто садятся и делают обзор этой машины, и потом отдают ее, а я в одной и в другой проездил по 10 лет, я решил как-то вот это сделать, рассказать о своем опыте. Ну ладно, об этом достаточно. Что касается здорового образа жизни, вы знаете, мне очень нравится, что подобрался такие люди, знаете, и, можно сказать, новички в здоровом образе жизни, и люди, у которых мне есть чему поучиться. Потому что все мы стоим на той или иной степени своего развития, духовного, душевного, физического, умственного и прочее, прочее. И есть, конечно, люди намного меня умнее. И я очень рад с такими людьми общаться, потому что есть у них что почерпнуть. Вот благодаря интернету, то есть, помните, я вам говорил, вот создайте такой посыл вокруг себя, мысленный, окружите себя, можно сказать, такими вот мыслями, и к вам начнут такие люди тянуться. То есть чему поучиться у этих людей, есть чему поучить других людей. Вот. И вы начали откликаться, вы начали там несколько рассказывать там о своем опыте. Но мне бы хотелось, чтобы вы вот видео прислали. Пускай какие-то небольшие, там, минут на 5, вот такие кусочки видео, в которых вы рассказываете о своих, значит, успехах выздоровления, своих неудачах, что-то у вас там не получилось, о каких-то методах и так далее, и так далее. То есть, вот, будьте активны. И, ну, будем говорить, что еще, знаете, вот, хорошо, это то, что вот люди начинают сравнивать. Ага, вот есть там такой-то канал, на котором там рассказывают. Вот есть еще какой-то канал. Вот. И невольно, естественно, идет сравнение там с моим каналом, со мной, там, что я там могу, что я там не могу. Вот. И получается, что, ну так я все говорю, пробежавшись по интернету, человек начинает понимать, что все-таки вот на этом канале к нему более-менее по-человечески относятся. Не собираются вас как-то лихо обмануть, в свои сети затянуть, чтобы потом сказать, ага, это вот стоит столько-то, а вот это вот стоит столько-то. Я совершенно бесплатно, значит, в свою авторскую библиотеку готов выслать тем людям, которые хотят серьезно заниматься, без всяких условий. Пусть они занимаются, дабы на пользу им это было. Вот что касается газеты. Газеты много в электронном виде. Просто-напросто я столкнулся с тем, что почта, там какой-то ограниченный лимит по этим мегабайтам, она просто-напросто не может это все заглотить сразу. Вот. А если высылать по газете, по 2, там, по 6 газет, это довольно-таки долго, и как-то мне это, ну, не хочется этим делом заморачиваться. Лучше я что-то там другое там скажу. Полезное. Поэтому вы не обессудьте. Авторскую библиотеку по мере ее готовности я, значит, высылаю. Там уже готовы «Основы здоровья» 9 книг. Сейчас где-то 7 книг готовы, авторских учебников. Вот я сейчас немножечко застрял на «Основах здоровья» одной книгой. Она тоже как авторская будет, потому что она на 800 с лишним страниц. Но тем не менее осилим. Осилим, поэтому я рад, что вы начинаете проявлять свою активность. И мы, знаете, начинаем действительно вот через этот канал становиться друг к другу ближе, вплоть до того, что действительно начинаем ощущать друг друга, какую-то даже поддержку, какое-то влияние,
хорошем смысле слова. Так что я рад этому и прошу вас, значит, продолжайте активно вливаться в канал и желательно с видео, потому что видео это совсем несколько иное. Закончили насчет этого.